Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. Мы играем в игрушку, видно, очень простую игрушку. То есть, я посмотрел, она была в свежих релизах, почему бы не попробовать ее. И здесь что-то рисовать. Давайте рисовать. Залить. Опа, залил. То есть, мы нарисовали. Это, типа, была про сердечко, там что-то рисуешь, типа, они вместе становятся, то при бесплатно. Тоже рисуешь какую-то палку, а она, фишка, они вместе кружки совпадаются, типа у них там любовь, морковь, я не помню, как называется игрушка. Вот. Это типа такого. Нет, спасибо. Next level. То есть здесь тоже такая логическая игрушка, то есть где вода. То есть мы так нарисуем. Вот. Такая логическая игрушечка в своем мире. 1500. Представляете, сколько здесь левелов? То есть, ой, блин, что-то я... А, шанс дает один, кстати. Я забываю сюда. Complete. Next one. Давай посмотрим. То есть, нужно нарисовать так. Давай. Три. Два. Ну, прям чуть не хватило, кстати. Ладно. Во! Блин, почему-то нельзя... Тогда как-то вот так, что ли? Блин, уже, кстати, сложности какие-то. Да, все. Блин, кстати, мне сложно, кстати, было. 1500, представляете, сколько здесь левелов. Реально дофигища. Попытку, не пытка. Конечно, повторить. Но нет. О, давай, 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 давай. Ладно, попали? Ладно, хорошо. Главное, что мы налили уже. Все, зашибись. Далее. Да, все, мы тоже налили, все, зашибись. Так, успели, да, прикольно. Ну, такая логическая игрушка. Во-первых, она без интернета, то есть ее можно скачать. Там в поездке или что, просто думать, кто любит такие логические игрушки, я не знаю. Ну, не смогу, наверное, заполнить или смогу. Смог, 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 просто нарисовал и смог. Что поделать-то? Далее. Так, что у нас далее? Так что, наверное. О! Да, конечно. Как же еще? Как же еще, ребят? Как же еще? Что может лучше быть? А, чтобы надо обмотать. Нет, не надо. Next level. Не надо ничего. Недовольный такая. Блять. Так он, блядь, упал. О-о-о. За 100 очков можно подсказку получить. Не, мне не надо подсказочку. О! Зашибись. Без подсказочки, я как с подсказочкой, ребят. Так. Давай, 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 давай. Он наполнился вообще. 9-й левел на изи. Прям. Второй был сложнее, чем 9-й.
Уже 2 стакана. О! Да! Немного, чуть-чуть, но все равно. Теперь 2 стакана сложность. Видите, какая? А, теперь у нас стакан сам, видите, падает. Угу. Здесь нас объяснили, как все делать. Все понятно. То есть мы, получается, сейчас стакан упадет. А как туда? Так что ли? Ху-у-у, прикольно. О! Ха-ха! Красава, я вообще сделал прям. Никто так не догадается, как я. Так. Ну, практически. Практически. Блять, ну. Ладно. Не получилось. Не, ну в принципе можно и было и об эти, да, шабануть. Ладно, комплект мы сделали, фиг с ним. Не, можно было, кстати, нарисовать ровные препятствия. Да. О! Две, да, звездочки, две. Ну ладно, в принципе, две тоже нормально. Следующее. А как же здесь? А, ну практически, кстати, вот правильно сделал, мне кажется. Во! Даже на 3 звездочки. Смотри, на 3 звездочки умудрился. Не, реально завлекает, если честно, как бы когда получается. Реально завлекает. То есть, без шуток. Это, в принципе, легко. То есть, даже как бы без какого-то усердия. Легко. Ну, на 2 звездочки можно было поменьше нарисовать, в принципе, можно было на 3. Уже 17-й левел. Я не знаю, какая здесь трудность. Да нет. А, подожди, подожди. Здесь как бы тоже не особо вижу трудность. 20-й левел сейчас посмотрим, может что-то изменится. В 20-м левеле. Нет. Влетел. Тоже, в принципе, нормально. Комплит. Бесплатный. Нет. Типа нарисовка. О. А, чтобы в это не попал ничего. Ну, вот такие темы, ребята. Если вам понравилось, я оставлю ссылку в описании. Мне понравилось, в принципе, реально в поездке где-то тоже нормальная такая тема. На этом все. С вами был Шевили. До новых встреч. Пока.